Сегодня президент Беларуси провел ряд международных встреч. Инновационное развитие, внедрение ноу-хау и защита интеллектуальной собственности – эти темы Александр Лукашенко обсудил с Фрэнсисом Гарри, руководителем Всемирной организации интеллектуальной собственности. Он принимает участие в региональном семинаре по актуальным аспектам использования прав на объекты интеллектуальной собственности. Беларусь взяла курс на развитие высоких технологий и внедрение инноваций в производство, а разработки в современном мире требуют правовой защиты. И сегодня же у главы государства состоялась еще одна международная встреча с главой парламента Словакии Андреем Данко. Стороны обсудили конкретные планы по развитию двусторонних отношений на перспективу и условились продолжить совместную работу по активизации торговли. Кибертерроризм, защита персональных данных и современные процедуры сбора электронных доказательств обсудили в Минске правоохранители из более 10 стран. Конференция Международной ассоциации прокуроров призвана объединить усилия стран в борьбе с преступлениями в сети. Количество преступлений в IT-сфере с каждым годом увеличивается. Основная задача ассоциации – быть готовыми к новым вызовам. Международная ассоциация прокуроров создана в 1995 году. С прошлого года Беларусь стала полноправным членом организации. «Пламя мира» завершает путешествие по Могилевской области. Сегодня участники эстафеты посещают Бобруйск. Здесь факелоносцы на производственном маршруте. Огонь уже встретили на предприятии по выпуску кондитерских изделий. Эстафету огня по производственным цехам пронес белорусский богатырь Сергей Новиков. Запланировано посещение завода по выпуску автомобильных шин по территории сельскохозяйственного кооператива.